Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса обложения прибыли контролируемой иностранной компании. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном случае рассматривается применение пункта 8 статьи 25.15 НК РФ. В данном пункте предусмотрено, что прибыль контролируемой иностранной компании может не облагаться налогом в России в том случае, если существует обязанность у компании направить соответствующую прибыль на увеличение уставного капитала. Ну, по сути дела, речь идет о прямом правиле, предусмотренном налоговом кодексе. Вместе с тем, Минфин предусматривает определенные дополнительные условия для применения данного правила. Во-первых, Минфин указывает на то, что личный закон компании, иностранной контролируемой компании, из которой будет следовать такая обязанность, должен сформулирован быть достаточно четко. И, соответственно, из него должно быть прямо и, как говорит Минфин, непротиворечиво следовать обязанность направить соответствующую прибыль на увеличение капитала. Ну и кроме того, Минфин указывает на то, что должны быть представлены также документы, которые будут подтверждать, что соответствующая прибыль действительно направлена на увеличение уставного капитала. Таким образом, прежде всего, контролирующим лицам необходимо учитывать данное разъяснение, и в том случае, если они будут планировать применять пункт 8 статьи 25.15 НК РФ, необходимо учитывать соответствующее разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.